Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить The Last Guardian. Итак, в конце предыдущей части Трико уплыл без меня, мне не хватило кислороду, и теперь я нахожусь в каком-то гроте или еще чем-то, я, короче, без понятия. Ну, в общем, я один. Здесь какие-то чашки, которые светятся, там воины, к которым я подходить явно не хочу. Ой, что это такое? Ой, блин, меня сейчас раздавят еще этой хренью. Эта хрень приехала. Воу. Нифига себе здесь что происходит. Лифт какой-то интересный. Вау. Так, и куда он меня приведет? Ладно, хорошо. Понятия не имею, где я. Здесь по краю не пройдешь, да? Нет, не пройдешь. Да, не перепрыгнешь. Давайте другой вызовем. Не вызывается, что ли? Чё-то не вызывается. Странно. Видишь, ни хрена не работает. Так, ну. Ну сюда, если я зайду, я, естественно, наверх никуда не поеду. Или поеду? Нет, вряд ли я поеду куда-то наверх. Очень вряд ли. Я думаю, я поеду назад. По принципу любого лифта. Здесь есть перила. Может, если я зацеплюсь... А, слушайте, это работает. Чуть, господи боже мой, канатоходец юный. Ну, пошли. Чего отламываться не начнет? Да вроде не должно. Так. Черт что. Так, здесь все пообломано. О, какие-то горшки. Можно их побить, наверное. Чего бы не побить эти горшки? Ой. Укатился куда-то. Ну и хрен с ним. О, молодец. Зацепился. Так. Ой, тихо, не падать. О, перо вижу. Так, о, сейчас по зеленке по этой полезем. Как, конечно, эта вся хрень обрывается, и вообще, почему это не простой какой-то плющ, по которому залезть невозможно, я не понимаю. Ну, да бог с ним. Мне не надо этого понимать, как говорится. Эх, как он вертится, крутится. Наверх давай лезь, что ж ты... Как не родной-то. Так. Еще перья. Я прям иду по перьям. А я не понимаю, почему они здесь. Он не мог здесь пройти. Вот он не мог прям по этому маршруту пройти. Потому что, ну, слишком все хрупкое для него. Ну, типа тут перья. Ну, здесь... Угодить, хвост. А чей это хвост, ребят? Может, это не его хвост?
Погодите. Хм. Может быть, хвост-то не явошний. Может, это другой кота-птиц? Как вы думаете? Это другой кота-птиц. Ой-ой-ой. И он это... Он не на... Это был тот же самый зверь. Тот, что отправил нас на дно долины. О, господи. Все, тихо, спокойно. Не ешь меня, я не пусть. О, черт возьми, ты что творишь? Тихо, тихо, тихо. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи. Не, он меня сейчас опрокинет вместе с деревом, я упал слишком. Слишком низко я упал, блин! Нет, дерево еще держится, хорошо. Тут долбанутый на всю голову, урод. Еще меня не скинул. И в ту сторону идешь, господи. Ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас прыгнуть захочет. Быстрей. Быстрей. Давай, 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 давай. Ползем. Так. О, господи, ты что, трахаешь стену, что ли? Что происходит-то с тобой? Вечно какой-то трэш творится в твоих действиях-то. Ты можешь просто прыгнуть? Да, вот, отлично. Господи, боже мой. Упоротость. Ой-ой-ой. Так. Что происходит? Погодите, я не пойму. Ну и что я бегаю? Ой! Ой, ой, мамочки мои. Ой, я со страху. Эй, не могу. Эй, такая паника. Я отчаянно пытался найти способ сбежать. Я знаю, что ты пытаешься найти способ бежать. Я вижу это, потому что он тебя сейчас схавает. Ой, боже мой. Беги давай, беги. Так. Чё, я еще не сбежал? Нет, я по-любому еще не сбежал. Или... Не, музыка стихла, все, сбежал. Ты, чё ты бегаешь-то на месте, господи? Ты, зачем вы эту анимацию эту дебильную добавили? Чё тупее не придумаешь ничего? Стоп, 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 стоп. Ты нормальный, нет? Вы гляньте на него, это бег трусцой. Чё это, зарядка, да? Что это происходит с тобой? Я не могу. Что это? Что? Зачем главное? Он не прекращает это делать. О, боже мой. Столько лет делали. Могли простейшую вещь сделать. Чтобы он не бегал на месте, как тупой идиот. Ведет себя, как кретин.
Сам весело, конечно, в стены врезаться. Что с тобой? Алло, завязывай, хватит бегать на месте. Там вода, да? Чего вы предлагаете мне, спрыгнуть вниз? Ой, блин. Что он делает? Я вижу там цепь. Попробовать наверх забраться? Да прекрати бегать, идиота кусок. Он ломает решетку. Не, он так-то пусть ломает, конечно. Я думаю, в такую жопу лучше не прыгать. Тем более тут вот цепь есть. Вроде как наверх. Ладно, я не знаю, я попробую. Понятно, бездонная яма. Подождите, а это что за козырек? Может, мне туда надо как раз? Ну-ка. Просто здесь реально любой ход может оказаться правильным. А, вот оно что. Здесь просто два прохода. О, класс. Привет, башка. А, ты что, Винни-Пух застрял? А, нет, блин, жаль. Сейчас он туда свою башку запихает. О, я знаю, что надо делать. Привет, придурок. Весело. Так. Есть. Зацепились. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Потихоньку такой. Тирин-тирин-тирин. Хоть не бегает на месте. Тут бег трусцой уже надоел. Так, а он есть в этом зале? О, блин, да, он есть в греческом зале. Прекрасно. А, и что мне делать? Смотрите-ка. Здесь есть лифт. Ага. Пока, дурачок. О, черт возьми. Езжай. Господи, фу. Не-не, иди нафиг, ты не допрыгнешь. Иди к черту. Ё-моё. Да ты охренел, тварь. Да оставь ты меня в покое. Я что теперь, хомячок в шаре? О, господи. Трику. Только ты меня можешь спасти. О, блин. Где ты, твою мать? Я тут ничего не могу сделать. Он даже очухаться не может. О! Да, да, смотрите, у него рога типа пульсируют, как будто... И чё это он? Он ушел. Веселуха. Его кто-то зовет, что ли, типа? Да, я теперь как хомяк в клетке. В шаре, вернее, в этом веселом. Кажется, мне туда. Господи, вот упортость. Так, нет, туда я не могу, походу. А куда тогда? Блин, лучше эта хрень круглая была. Что-то я не знаю, что делать. Так и должно быть? Казалось, я прождал целую вечность. Офигеть, то есть я вот здесь бегал просто так, то есть... Еще столько времени они этому уделили, чтобы я реально почувствовал безысходность.
Хотя я это и так чувствую каждые 15 минут, на самом деле. На очередной головоломке. Трику! Трику, блин! Я, кажется, слышу. Слышу, слышу, слышу. Что-то там кто-то шарится. О! Да давай, проламывайся, прокапывай, давай, давай, копай, копай ко мне, копай. Давай, дружище, копай. Чуть-чуть еще, давай, там пару тонн камней еще откопай, нормально. Да, я тут, такая морда протиснулась. Здорово, я соскучился. Соскучился по тупнику. Выйди меня только отсюда как-нибудь, я не знаю. Я не знаю как. Я без понятия. Привет. Вот сижу здесь давно уже. Задолбался уже. Не знаю, что делать. Слышь, придумай что-нибудь, а? Не знаю, ударь по этой хрени. Ну как ты умеешь там? Как-нибудь разреши ситуацию. Чё ты нюхаешь там? Ты пришел сюда что-то нюхать? Помоги мне. Сделай что-нибудь. Давай. Ну и чего? Что-то он это... А, не, нормально. Ну что-нибудь сделай. Господи, ну лапами меня возьми, клювом меня возьми, еще чем-нибудь меня возьми, не знаю, хвостом шибани. Мне туда надо. Мне явно туда надо. Только не могу пролезть. Ну давай. Вот так. Отлично, господи. Слава богу, сработало. Давай. Давай уже, господи. Давай, давай, давай. Вот, подтолкни меня. Молодец. Черт подери. Тупая клетка. Еще туда меня давай. Мне туда надо, давай. Да, походу все придется самому делать. Ну не катится это дерьмо как надо. Господи, боже ты мой. Упоротость 3000 уровня. Вот. Ну. Ого. Ой. Так. И что дальше? Так, что-то я застрял тут, походу. Может, мне это... Блин, нет, туда нельзя. Надо сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну сделай что-нибудь. Я ж тут это... Висю? Как бы. Что ты делаешь-то? Ну и что дальше? Ага, вот так вот, да? А толку?
Ну класс, ты ускакал. Молодец. Поздравляю тебя. Ой! Так и надо было, что ли? А я и не знал. Ну ладно. Блин, может эта хрень когда-нибудь откроется? Давай. Давай, блин. Вот так. Ого. Куда, 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 куда? Вау. Весело. Офигеть. Ладно, отдадимся на волю физики. Бедный парень, серьезно. Как он там не сдох еще. Хотя, в принципе, он... Он же у нас, походу, бессмертное существо из параллельного мира. Блин, мне теперь надо как-то еще отсюда выкатываться. О, здорово. Чё как? У меня тут полное дерьмо. Ударился такой. И опять покатил. Я не понимаю, как ее поворачивать. То есть я пытаюсь вот противоположные концы бежать, чтобы повернуть. Но в итоге, по-моему, происходит обратное действие. Ну и чего ты мне пройти не даешь теперь? Теперь ты будешь здесь тереться и мне мешать? Ну сколько можно? Уйди, а? Без тебя хреново. Ты мне не помогаешь, дружище. Просто свали в туман, серьезно. Я куда-нибудь дальше покачусь. Ну ты меня поворачиваешь, твою мать. Просто... Как его вообще можно любить? Он только мешает. Господи. Свали. Свали отсюда. Слышь? Свалил. Свалил. Я выкатиться пытаюсь. Господи, как-то тяжело-то с ним. Давай. Давай, вот, почти получилось. Наконец-то. Все, я отправляюсь в ад. Запомните меня молодым! Воу! О, зашибись. Теперь я здесь. Так, сейчас попробую в другую. Я обратно вернулся. Господи, все для того, чтобы вернуться обратно. Давай, хренатень. Сейчас закатимся. Мне мешать не будет. Давай, давай. Толкни меня. Помоги хоть второй раз. Ну подтолкни меня в чашку. Господи, что непонятно что ли? Может и сам перекачусь? Нет, что-то не перекачусь. По-моему. А если наверх сюда, может перевесит? Давай. Давай. Давай же, господи. А у меня, наверное, самого получится сейчас. Все, не нужен ты мне. Все, все, я обиделся на тебя. Отвали. Я все без тебя сделал. Спали. И стоит, смотрит, а, реально, ты еще поугарай надо мной тут. Типа, а, лошара, вообще ничего не выходит. Да, а че я не могу дальше-то, ну? Алло. Игра. Игра, я сделал твои эти. Вот, да. Наконец-то отсюда вылез. Видишь, все без тебя сделал. Вообще не помог ни разу почти. Чуть-чуть один раз толкнул и все, господи, это все, что ты сделал. Потом ты мешал мне еще минут пять. Просто пипец какой-то. И вот он сам не пойдет никуда. Надо ему еще говорить, куда идти, потому что он сам ничего не умеет. Делать было... Опять бочки! Каких тебе еще бочек? Каких бочек? Ты что, устал? Ты устал? Почему ты устал? Ты не сражался ни с этим уродом, не убегал от него, не катался в сраном колесе.
у тебя вообще все окей, ты в порядке, ты в шоколаде, парень. И он все время хочет от меня каких-то новых сраных бочек, я его ненавижу. Я не знаю, ему не нянька. Какого фига-то? Вон там это тупые, конечно же. Тут все поломано. Вот где новые бочки могут быть? Я не знаю. Где я тут могу вам новых бочек натырить? Объясните мне. Вот. Явно не отсюда, да? А он встанет, интересно, если я подойду? Нет. А, бочка там, сзади. Бочка сзади, значит, наверное, нужно принести сюда этот шлем. Принести сюда шлем, который я с собой таскал в этом сраном колесе все это время. Да, я, конечно, успел заметить, что со мной там еще шлем болтается. Сейчас мы его заберем. Но что-то хрень не закрылась. Бери этот шлем, чертов. Будь он проклят. Вот, я поставлю ему на голову. Он оживет, как мило. И... ты, конечно, не залезешь? Ну, ты залез, молодец. Он отойдет, нападет на меня. И я схожу за бочкой, заберу ее. Да, это будет очень неудобно. Шлем. Быть может, прикрепи я его к доспехам, это открыло бы путь. Да ладно, ты серьезно? Мне сейчас вот только даешь эту подсказку? Когда я уже взял его и тащу прям вот... сюда? Он отсюда вылезти не может, что ли? Я не пойму. Он реально отсюда вылезти, по-моему, не может. Ну и хрен с тобой, тупое создание. Ну вот и зашибись. Ага. Сосни тунца, рогатый. Все, валим. Да, это было несложно. Слава тебе, Господи, хоть что-то несложно. На! Ешь. Сейчас такой... ой, нет, слишком далеко от меня. Слава тебе, Господи, съел. Хоть тут не стал бы кабениться, как в той комнате. С этого пола я есть не буду, вот с того буду. Постоянно подзаряжаю его бочками. А сам ничего не ем, заметили? Вообще. Ну давай, светись от счастья, я тебя накормил снова. Куда теперь? Куда? Туда? Туда давай, вон. Туда по-любому надо. А теперь снова наверх. Че, может туда сначала? Да-да, наверное, туда сначала. Прыгай! Прыгай! Отлично. Ну иди дальше-то, чё ты встал? Ты туда хочешь? Зачем? Зачем? Ты же мог пройти спокойно, зачем тебе туда прыгать? Я вообще не понимаю, на какой черт ему прыгать сюда. Походу тратит мою энергию бочек зазря. Вот
мог бы просто зайти наверх по ступенькам, как белый человек. Нет, ему прыгать надо. Давай на эти. Опа. Следующий. Следующий, давай, ик-тык. Тык-тык, давай. Дальше. Не кончись тут пути. Вот так. Куда там мы дальше? Ага, вот сюда он прыгал дальше. Отлично. Чё? Опять мультики на стене смотришь? Давай туда. Налево, налево. Не знаешь ты, что такое лево, да? Ничего ты не знаешь. Сейчас на спину ему залезем. Туда. Туда. Нет, не туда, туда. Что? Ну туда давай тогда, я не знаю. Или... ты хочешь, чтобы я слез? Твою медь. А, нет, не слез? Нет, нормально, и так все запрыгнул. Вот и все, и славно. Вот и зашибись. Давай дальше. Я думал, что слез, но слава богу, не слез. Так. Все? А, так, там есть проход какой-то. Или я могу еще вылезти куда-нибудь? Ты не можешь назад вот в ту самую дырень, откуда ты пришел, да? Вот туда. Нет? Что такое? Нет, я могу, конечно, и туда. Не знаю, надо ли. Может, ты все-таки через то же отверстие уйдешь, как пришли? Да, давай. Это ж логично. Вот, зашибись же. Ну, ползи давай, я знаю, ты сможешь. О, все нормально. Протиснулся, молодец. Давай дальше, не останавливайся на достигнутом. Ну, вперед. Или я тебе что, вниз куда-то указал, что ли, случайно? Наверх, наверх, давай. Что, мне так тебе, что ли, указывать? И смотрит, не пойми куда. О, он улегся. Красота. Чего? Ты ж можешь спокойно туда запрыгнуть. Ну, не дури. Вон, там прям... Прям надо специально туда лезть. Там... Все сделано, чтобы ты туда прыгал. Чё ты вниз смотришь? Прыгай наверх. Прыгай наверх, сказал. О, да ладно, работает. Давай, давай, давай же, ну. Вот. Мы наконец вылезли отсюда.
Пройди вперед, пожалуйста. Давай, ну. Что-то опять в стену уставился. Не могу уже, серьезно. Вот теперь он просто не идет. Все, ладно, я сам пойду. Задолбал. О, красота-то какая. Так, ну и где я нахожусь? Как бы его знал вообще. Ага. Надо с какого-то ракурса, почему-то листья не зеленые, а белые. То есть прям странно, если честно. Я чувствую, что мне надо прямо вот по этой зелени лезть туда наверх самому. Неужели так и есть? Давайте проверим. И чё ты? Ну чё ты уперся в стену? Давай, лезь. Она идет как бы наверх и... Наверное, и правда. Не может же она быть просто так. Еще и так высоко. Дается мне зря я сюда залез. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да! Красота. Пойдем отсюда. Нам явно здесь нечего делать. Удивительно, но эта зелень действительно здесь сделана просто так. Я могу по ней, конечно, залезть. Туда давай. Вон, я вижу, там перильца. Может, пройдешь вот так вот здесь? Аккуратненько. Ладно, хорошо, не хочешь, не надо, я сам пройду. Вот знаете, когда я иду сам, он идет за мной. И весьма охотно, без проблем практически. Но, блин, стоит мне попробовать его куда-то подтолкнуть. Он просто капец какой медленный становится. Иди сюда. Да я понял, что ты туда хочешь, но как нам еще туда добраться? Блин, здесь, конечно, я не представляю, как залезть можно. Вот, идет, я же говорю. Давай, аккуратнее, аккуратнее, все нормально будет. Все будет зашибись. Так, отлично. Прыгай давай куда-нибудь. О. Давай, опа. Так, супер. Теперь туда. А дальше я что-то даже не вижу куда. Сейчас он сам разберется. Туда вот теперь. Наверное, вот сюда. Там я вижу какие-то решетки. Через эти решетки мне все равно не пройти. Ну, короче, все ясно, слезаем. Я уже вижу прям путь. Да, так, камера. Камера опять с ума сошла. Путь для меня. Разноцветными камушками отмеченный. Прыгай! Вот. Не зажмешь кнопку прыжка, он не допрыгнет.
Че ты воешь-то как волк? Не знаю, ты же кота-птиц. Не вой ты так. Скулит как псина, вот реально. Может, у него от собаки еще что-то есть? Возможно. Просто скулит так. Так же. Но больше у нее, конечно, кота и собака. Фу, и птицы. Лизай! Все, наконец-то. Господи. О, клево. Ну, мне, наверное, сюда куда-то. Надо вход ему открыть. О, рычаг, зашибись. Отлично. Погнали. Ух ты. Какая интересная комнатка. Слушайте, а это клетка. Это ведь клетка для него, по-моему. Не нравится мне эта комната. Ой, не нравится. Глаза у него загорелись, как вы видите. К добру. Не к добру. О, зашибись. Не бегают за мной, как мумии в мультике, такие. Чё за шум такой? Ну, в общем, это хрень как-то взаимодействует с его рогами, которые уже к этому моменту успели немного отрасти. О, у него это... Эпилепсия, походу, началась. И у нашего пса... А, черт, слышь! Это я! Тихо, тихо, тихо! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, его... Это хрень! Ой! Ой-ой, он съел меня. Ой-ой-ой. Плохо. Даже очень. Ух ты, какая деревня. Наверное, этот птиц летит. Да, точно. Фига себе, это как он так мягенько приземлился? Как? Как такая огромная хрень может мягенько приземлиться, да еще и на стену? О, эй, чувак, спишь? Давай, давай. Или погуляем. Прикиньте, просыпаетесь, а там такая хрень над вами висит. Вот это обосратушки будут в детстве. Он прям тут бы обделался. Ого! Он у него типа что это? Своим этим назначил? Ой! Нашумел. Вообще-то все должны были проснуться от того, как грохнулась эта огромная хренотень. Чё тебе надо, тетка? Так смотри, ноги торчат. Чего орёте-то? Я его просто взял. Чё испугались-то? Все, нормальный чувак.
Кто-то еще хочет? Да не, он его, наверное, просто забрал, он же его не схавал. Вряд ли он его схавал. Интересно, это прошлое показывают, или это тот другой хранитель прямо сейчас делает? То есть он не хранитель, конечно, зверь. Хранитель вроде как пацан. Застрял, Винни-Пух. Застрял. А это все потому, что кто-то объезд. Бочек. Ох ты ж, ё-моё, вот туда не надо было тыкать. А чё ты орёшь-то? Просто начни хвалить лапами. Чё орать-то? Какой смысл орать? Просто налетай на первого попавшегося, и всё, они разбегутся, все остальные. Странное поведение зверя, на самом деле. Другой просто начал лапой так, дыщ, троих нет. Второй, дыщ, ещё троих нет. Всё. Будь среди избранных. Может, хватит говорить загадками? Ну, серьезно. На самом деле, это первая вменяемая катсцена вообще за всю игру. За сколько часов уже? За 7. За 7 часов. Опа! Так, так, так. Может быть, это предыстория? Может быть, поэтому он потерял крылья и рога? Хм. Рога сломаны. Крылья обожжены молнией. Да, это Трику. Точно, предыстория. Вот поэтому он и пытается добраться доверху. Потому что туда он летел вместе с этим пацаном. Он и есть последний хранитель. А потом эти уроды взяли, да я не пойми, какие статуи, я не знаю, что это вообще за статуи. Но свет у них, кстати, одинаковый. И рожки одинаковые. Я только не понимаю, за каким макаром они его спустили туда вниз и приковали. Они вроде делают такие осмысленные поступки, то есть связывают его, куда-то спускают на каких-то лебедках, и при этом бегают, как последние имбецилы с вытянутыми вперед руками. Бедненький. А, то есть он как-то его превратил. Появились эти рисунки на теле и так далее и тому подобное. Может, он стал его хранителем или что-то типа того. Без понятия. Не люблю, когда нет диалогов, и до всего приходится доходить самому.
То есть это можно, конечно, сделать, но я считаю, этого должно быть крайне мало. Все-таки нужно давать как-то побольше информации. Но, в принципе, на данный момент так уже чуть-чуть что-то прояснилось. Хотя все равно не ясно, что это за статуи, которые там ходят, не пойми чего. Что это за звери, которые здесь обитают. Почему один вдруг пошел против другого. Это была долина, которую в древности именовали гнездом. И если верить преданиям, добраться можно было только по воздуху. Ты меня это съел, походу. А не, я еще живой, отлично. Правда, бледный что-то он, капец. Ну, давай, теперь тащи меня куда-нибудь. Эх. Аккуратнее надо было. И почему эта штука настроила его против меня? Не могу понять конфликта. Ну чё, да. Не встаю я чё-то, нажимаю на все кнопки, никак не встаю. Такой, ну давай, очнись. Печалька. Ну, может чё-то понажимать, а... Господи, ты меня так болтаешь, что у меня сейчас там все кости переломаются, по-моему. Ладно. Пацан какой-то волшебный, гутаперчивый, так что вряд ли. Блин, красиво прям, мне нравится вот это. Такие... Некоторые места здесь сделаны просто прекрасно. Но в основном, конечно, камень, 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 камень. Но вот когда зелень все-таки появляется, очень красиво сделано. Ты меня лицом по земле хочешь протащить? Это вот не надо. Мне только хуже будет. Да, что-то не встаю я. Вперед меня так. Тынь-тынь-тынь. Давай, вставай. Ну, вставай же. Грустно. Такой на солнышко меня вынес. О, в воду. Ну, кстати, неплохое решение. Очень красивое вот это место, где мы сейчас находимся. Я ж так утонуть мог. Ну ладно. Это, по крайней мере, помогло. Ну чё, привет! Такой довольный, смотрите. А-та-та-та-та-та. Ты живой, ты живой, ты живой, ты живой. Да, довольный такой. Эй.
клево. Класс. Ну, на данный момент реально это пока что лучший момент в игре. Вот. От начала вот этого нападения, потом вот эта катсцена, потом как он меня в себя приводит. Да, это было прекрасно. Это действительно очень красиво, мне понравилось. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, вот на такой прекрасной ноте мы остановимся. Мне все очень понравилось. Да. Вот. О, да. Здоровый зверь. Мощный такой. Да. Да, я тоже рад тебя видеть. Нет, ну ты хороший, конечно. Тупишь, конечно. Жутко. Но милый, да. Да, вот, погладить, да, мордаху погладить, вот так. Клево. Отличный момент в игре, мне очень нравится. Ну что ж, дорогие друзья, на этом прощаюсь, я с вами, встретимся в следующей части. На этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки и советуйте друзьям. С вами был Гедеон, всем спасибо и до следующей миссии.